такая колонна получается, так зеленый свет. Очень пахнет зеленым. И, соответственно, колонна идет по Исаакиевской площади. А вот по Марсовом поле. Видите, огромное количество полиции сопровождает. Но никого не хватает, не задерживают, не препятствуют. Я предполагаю, что, наверное, завтра Путин в ООН выступает. И они не хотят создавать каких-то шумных инцидентов. Видите, много полиции здесь. Огромное количество. Сопровождает колонну очень плотно. Созаки в больших количествах. У меня тоже ленточки, соответственно, украинские. И значок такой вот. Нет, вы что, чем вы? Наука заставила. Такой был конфликт. Они же Ну пока все спокойно, никого не задерживают в большом количестве. Идут к Казанскому собору. Ну как это надо преодолевать? Сколько цветов еще ты нам потребуешь? Эти какие цветочки тоже в украинских цветах. Очень много полиции сопровождает. А здесь справа всякие автозаки. Сейчас я покажу поближе. Вот тут эти георгиевские старые акции. Люди, которые за войну. По количеству участников так сложно сказать, но человек, наверное, 500. Вон, смотрите, сколько здесь полиции. Вот здесь всякие. Там... Тут лозунг «Родина, свобода, Путин». Путин устроит им свободу, да. Национально-освободительное движение. Ясно? Да, здесь такие ОМОНы нас сопровождают. Видите, люди разные, возраст разный. Пожилые, среднего возраста, дети есть. Молодежь есть. И что, видите, какие мы? Субтитры сделал DimaTorzok.
Так, ну вот колонна подходит уже к Михайловскому саду. Мы прошли Марсово поле. Нифига себе здесь полиция. Вот у нас тут кругом. Кругом и везде. Михайловскому саду и, соответственно, к Спасу на Крови. Река Мойка. Идем по очень красивым местам Петербурга, конечно. Потом пройдем по каналу Грибоедова, пересечем Невский и выйдем к Казанскому собору. Что, похоже, полиции дали команду не хватать, не задерживать. Создавать эксцессов. Видно, связано с выступлением Путина в ООН, скорее всего. Вот здесь, видите, машины спецслужб стоят. Здесь полиция. Спецслужбы с камерами. Снимают, записывают. И вот здесь идет колонна протестующих. Просто рады. Мы подошли, соответственно, к Спасу на Крови. Не покажете картиночку на камеру? Вот ваши буклетик, буклетик. Конечно, пожалуйста. Спасибо. Да нет, что вы можете вообще такое сделать. Спасибо. Видите, здесь раздают буклет Немцова «Путин. Война». Мы идем мимо Михайловского сада. Все, вкусно, Спасу на Крови. Воскресенье, выходной день. В общем-то, народ, конечно, развлекается в городе. И туристы, и просто граждане развлекаются. Но кто-то озабочен войной. Вот мы выходим на канал Грибоедова. Так, что-то полиция там, что-то такое. Что такое случилось? Что случилось там? Извините. Что случилось? Мы задержаны в Питере. Причина задержания какая? А почему нельзя? Я не хочу снимать. Иди, Малец. Садитесь, снимать. Александр. Ваши требования незаконны. Это моя одежда. Это моя кепка, это мой плащ. Я иду по своему родному городу Петербургу.
Никаких лозунгов, никаких песен, ничего. Просто гуляю. Чуть-чуть. ВКонтакте есть группа «Помощь задержанным в Питере». Обратитесь, пожалуйста, если меня задержат. Ильина Эх, ВКонтакте, Санкт-Петербург, 72 год рождения. Ильин Олег, напишите, что меня, если меня задержат, напишите, что меня задержат. Это не плакать. Дайте моему я ничего не нарушаю, никому не мешаю. Просто такой, такие цвета. Моя одежда, в чем дело? У вас форма, собственно, у меня своя. Я не несу флаг, нет древка. Кто-то так уже за горло повязал. Да, и все. Чтобы не проснуться. Символика не запрещена, да. На мне нет запрещенной символики. Сейчас какие-то окопы будут. Скоты. Натуральные скотины. Да, кстати, оскорбление. Оскорбление личности гражданина. Она назвала меня скотом. Милиция, ноль внимания. Как-то так. Вы не услышали. Честно, у вас не видно номер. Знаешь, как? Просто вышли. Да, кстати. И полицейский, который меня... Представьте, я вам обращаюсь, я не знаю, кто... Я к области. Как справиться нарушение? Сделайте, чтобы видно было номер на очках. Значит, номер на грудную знаку. На грудной номер должна быть видно в таком состоянии. Незаконное задержание. Обратите внимание. Я ничего не нарушаю. Никакой запрещенной символики. Я просто хожу в своей одежде платить. Ничего не случилось. Ну ладно, сразу сейчас не будем. Держать все тогда флаг. Ладно, продолжаем дальше. По движению колонны, да? Идем на Казанскую площадь. Вот такие дела. Флаг незапрещенный. Почему сбежали, непонятно. Просто какие-то страхи. Мегафон летает. Видите, полиция, большое количество сопровождает колонну. Здесь туристы просто гуляют, просто фотографируются. Видите, сколько людей, которые участвуют в марше. Люди с шарами, с лентами, значками. В общем-то, людей достаточно много. Thank you.
вообще опасности люди в касках. В оранжевых. Самое главное, что вы не являетесь основополагающим, они не приедут в Смотри, группа телевизор. Видите, пока все были неспокойны, задержали только человека в украинском флаге. Проходим мимо дома книги. Ну и там это будет достаточно плотная толпа, конечно. Площадь не очень большая. Это все в городе военных. Это всего лишь Петербург. Петербург всего лишь. Вроде как войны никакой нет. Подходим к Казанскому собору. Много осталось. Полиция в разных видах. Такая, такая, какая угодно. Thank you.
приготовлена достаточно мощная, Вот, и выходим, соответственно, на Казанскую площадь. Видите, сколько здесь людей? Наверное, это где-то половина. Тут еще есть провокаторы кремлевские. Так, ну что, сейчас маленькая пауза, буквально на несколько секунд, и трансляция продолжится. Сейчас маленькая пауза. Вадим на меня смотрит.